Одно новое сообщение. Первое сообщение. Внешний вызов. Питер, это Карла из Good Zone Avionics. Почему вас никто не берет трубку? Мне нужно срочно обсудить с Брэдом накладную, которую он прислал, но он не отвечает. Передай ему, чтобы он срочно перезвонил. Это важно. Спасибо. Сообщений больше нет. Точных сведений о происшедшем до сих пор нет, но официальные лица не исключают версию теракта. Диего Родригес в прямом эфире с места событий. Спасибо, Фил. Нам стало известно, что около 17:00 в здании штаб-квартиры корпорации Armament Technologies ведущего подрядчика Минобороны прозвучали выстрелы. Что было дальше, до сих пор неизвестно, однако возле здания...
проект ИКАР. Это какая-то биоинженерная программа, начатая в 73-м. Что-то насчет влияния невесомости на организм, потери мышечной массы, плотность костей, ну и так далее. Не стреляйте! Я Нортон Мейпс, я инженер! Фу, штатский! Дай ему передатчик! Алло? Ребята, вы кто? Свои. У тебя все в порядке? Ага, знаете, тут такое творилось! Ты инженер, так? Можешь устроить мне доступ в местную сеть? Я вам что, сисадмин? Вот что я скажу. Отключите систему охраны, тогда я посмотрю, что можно сделать. Если будет сеть, я смогу отключить ее дистанционно. Не сможешь. Она в отдельной сети. Вон там. А зачем тебе надо, чтобы мы отключили охрану? Затем. Вам нужно...
Мистер Мэйпс, как слышно? Мистер Мэйпс! Где этот идиот? Черт с ним, придется разбираться самим. Ладно, найди и перезагрузи сервер.
месту последнего контакта с Дельтой. Возьми его под контроль и жди джип. Ты видел ее, правда? Она источник. Я только что засек сигнал Феттела. Он где-то впереди. Будь осторожен. Меня создали из нее. И она меня родила. Нас разделили, но мы едины. Она плавает во тьме, будто младенец в утробе. Скоро я найду ее и освобожу. Сигнал опять пропал, черт! Нечто ужасное. Логично. А поподробнее? Я не вижу следов от пуль. Ни одной гильзы на полу. Ребята даже выстрелить не успели. От чего они погибли? Не знаю. Постарайся узнать. Ладно, пошли. Фэттл где-то близко. Даже не знаю, с чего начать. Полное разжижение ткани. Может, химия? Требует времени.